Здорово, чувак, меня зовут Шок, я рад, что ты тыкнул на этот ролик, значит, ты заинтересовался чем-то. Это опасная рубрика, это опасный выпуск, где я смогу сегодня потерять драголор, который стоит выше $2000. Это самый опасный выпуск на этом канале. Первая часть была не настолько опасной, потому что про этот пранк мало кто знал. Сегодня я боялся, что у кого-то стоит автоацепт. Если он у кого-то стоял, забейте, это ГГВП. Если хоть раз ты улыбнешься, то я очень надеюсь от тебя лайк. Давайте наберем 8000 лайков под этим роликом, чтобы он бы поднимался в топы. А мы начинаем ролик. Let's go, everybody. Это такая тема. Я хотел сегодня твичеров рейдить, да? Но вообще хотел это делать через месяц, но Тигр мне скинул такого человека, которого зовут Сиди Никола. И вы не поверите, но он разбивал свое кресло, свой стул. Стул, стену. За 200 рублей. Третий, блядь, стул, блядь, сломал, блядь, ебать. Короче, пацаны, я подписался так, как, ну, обычный подписчик, да? Лови в подарок, реакции у тебя топ. Отправляем трейд, и самое опасное, это сейчас отправить, получается, трейд, принять на телефоне и его закинуть в бан. И вы не поверите, я даже не буду отменять трейд. Настолько все плохо, настолько все серьезно у нас сейчас. То есть сейчас я принимаю трейд с телефона. Вот прямо сейчас я принимаю трейд с телефона. Нажимаю отправить. Я трейд отправил, я забываю про этот трейд, нажимаю на его профиль, кидаю в ЧС и не буду теперь отменять трейд. Он когда примет, у него будет ошибка. Это риск. Может быть, баг Стима будет. Смотрим. Мне кажется, он закричит. Просто запоминайте мои слова. Сейчас он закричит. Он сейчас закричит. Он сейчас закричит. Пошел дело. Тыкай. Тыкай. Он сейчас смотрит, скорее всего. Он сейчас будет обновлять. Подожди. Фух. Блин, я думал, он убежит. Это у него такой шок, типа, небольшой, да? Блять, ебать! Блять. Шок, блять. Здорово. Блять, ебать нахуй! Блять, у меня нахуй, блять, сердце, блять, остановилось, блять, на секунду, блять. У меня сердце, блять, остановилось, блять. Иди на секунду, блять, ебать нахуй. Блять. Не, ну это сильно, ебать, это сильно. Блять, ебать нахуй. Блять, ебать нахуй. Если ему две сутки разрушить стену, будет хуеть. У меня сердце, блять, нахер пиздец, блять, пизда нахуй. Окей, нормальная тема, чуваки. Шок, блять, здорово, блять. Ладно, ребят, давайте начинать. Я полностью офигенно оформил мой Steam. Теперь я Артурик 33. Не знаю, какая-то девочка на аватарке. Я готов сейчас начинать наш выпуск. Я закрыл профиль. У меня есть Драголор и есть первый стример Steam Drake. Отправляем. Так, привет. Ты делаешь правильные вещи. Так, ну что ж. Да, это подарок, предложить обмен. Летит Драголор. Я надеюсь, что я с ними не попрощаюсь сегодня, серьезно. Я очень на это надеюсь. Так, сейчас мне нужно, получается, зайти к самому инсайду. Сделать такую вот тему. Готовиться его удалить с друзей. С друзей удалил его. Сейчас мне нужно подтвердить Steam трейд. Я надеюсь, что у него нет автоацепта, потому что автоацепт это равняется проигрыш Драголора. Так, все, чуваки. Я отправил ему лор и добавляю черный список его. Трейд уже полетел. Все, трейд полетел, он не принял, автоацепта нет. Все, полетели. Проверяю еще раз. Готово, чекайте нож. Он в ЧС. Все, полетели. Сейчас Тигр с фейка напишет чекни трейд, и мы начинаем выпуск. Так, пацаны, давайте трейд почекаем, что-то мне отправили. Ты чё, Гуди, что ли, Саня, смотри! Саня! Чего, блядь? Ты делаешь правильные вещи, чего? Да ладно, он не шарит, что это я? Да ладно. Чат уже пишет фейк. Сейчас его реакция на то, что это фейк. Ты чё гонишь, дядя? Ёбаный рот, сука, да ну нахуй, не может обмениваться, наебал. Ёбаный рот, пацаны, я уж думал, все пиздец. Ну, блядь, это можно видос забегать. Сука, у меня аж лицо покраснело, блядь. Он сейчас поймет, что это я. Это Шок, Драгонлор. А как он это сделал? Это Шок? Шок видос снимает. Это Шок. Чат весь шарит. Ёпт. Шок. Эрик, ты козел? Пиздец, я аж чуть в обморок не упал. Охереть. Эрик, ты-то... Ну чё ты, блин, а ну... Ё-моё. Ну отдай Драгонлор, блин. Ладно, привет, Ютуб, короче. Yeah. Шок. Крутой ютубер, но так вот разводить, конечно, я...
Ну да. А как он это сделал? Да он как-то отменяет быстро. Ты когда... Он когда отправляет, он отменяет потом. Да? Да. У меня на канале видос эти есть. Офигеть. Эрик, ну я, конечно-то... Я думал, мне сейчас, блин, Драголорский. Так, ребят, ну что ж, новый трейд. Я, получается, удаляю из друзей Топовского. Наконец-то. Так, и кидаю его, получается, в ЧС. Я не верю, что у Топовского будет ацепт авто. Так, нет, автоацепта нет. Я удаляю его из друзей, кидаю в черный список. И готово. Наша новая жертва — это Топовский. Чек трейд, Топовский Майнкрафт. Ща проверю, чего ты мне там скинул. Спасибо большое за 20 рублей, Артур Шейн. А прикинь, с телефона примется. Что у тебя там такое? Нет, с телефона не должно приняться. Что у тебя там такое? Нормально, нормально. Просто нож. Продаем. Красиво. Что ты мне там отправил? В чем телефон начекает? Новых предложений обмена один. Это что? Это был развод? Мне чувак скинул Dragon Lore. И написано: ты делаешь правильные вещи, братик. Я нажимаю принять обмен, а мне пишут: о нет, что-то пошло не так, пользователь Артур не может обмениваться. Это тигр меня пранкует или шок? Тигр. Кто меня пранкует? Два варианта. Кто это делает, скажите? Я видел у кого-то видос, у Шока я видел видос. Шока я видел видос. Просто чувак скидывает Dragon Lore. Смотрите, просто скидывает Dragon Lore. Да, я так и знал, что это тигр. Ты что, записываешь пранк? Тигр, ну как ты так? Зачем ты это делаешь? Я не понимаю тебя. Ну, совсем совесть есть? Конечно. Подожди, по никам. Я хочу посмотреть историю ников. Историю ников. Привет, кстати, YouTube. Привет, если кто-то смотрит сейчас этот видос, подписывайтесь на канал Тигр Шока. Там я не знаю, кто это делает. Это, скорее всего, Шок. Но я не уверен. Вот, это жестко на самом деле. Да, жестко, я типа жестко. Такой, вижу шейх, я думаю, о, ну богатый, значит, 100% там нож дорогой. Ну что, что это за бред сейчас был? Мысль о том, что это пранк. Тупо запранковали Топовского. Тупо запранковали Топовского. О, баланс 10к, кстати, нормально. Неплохо. Ты в ролике. Привет, Эрик, как у тебя дела, кстати? Как у тебя дела? Подписывайтесь на Шока. Шок, шок, шок. Подписывайтесь на Шока, Шока, канал Шока. Так, все, чуваки. Я отправил ему трейд. Можно оценка для видео? Я не оценочник. Чек трейд, это стоит. Хороший трейд. Артур Шейх. Ты достоин этого. И там, короче, Ширп такой троллинг, типа, знаешь, что ты достоин этого. О, господи. Как так? А. Чё? Ты рофлишь. Ты рофлишь. Ты делаешь правильные вещи, братик, с годом канала. Чё? Братья. Я, конечно, все понимаю, но Dragon Lore, это я честно. Как нужно настоящая реакция? Нет. Мне кажется, отменит сейчас. Подожди, он стоп. Отменил. Да, шок, он. Шок, иди. Так, понял, что это. Я не посмотрел на никнейм. На неймтег. Это шок. Это шок. Это наеб. Оскар. Оскар. Шок. Не, мне кажется, он с самого начала знал, что это я. Да. Шоковка. Шок, это слишком жирно для меня. Ладно, тогда вой отправлю. А, хотя у меня же его нет. Это троллинг, это 100% троллинг. Фу, хорошо, хоть успел. Ты в ролике, ну ладно, все равно ролик можно ставить. Да, он просто специально это сделал, 100%. Шок, ты как бы красавчик, я понимаю, но даже так я бы его не принял. Потому что слишком... Перед тем, как свернуться, он же сказал. Спасибо большое за то, что ты как бы решил такой донат сделать, как бы, точнее, троллинг, но я не могу. Dragon Lore, во-первых, слишком жирно. Во-вторых, это как бы... У меня есть тоже красивый. Так, ребят, я доначу Йорику сейчас. Так, ребят. Ой, бля, опять они сейвят. Ну, бля, ну ебаный. Я, блядь, надеюсь, что у него автоцепта нет, потому что я что-то не верю, что у него нет автоцепта. Вот что-то реально верится, что у него есть. Я зря это делаю. Очень зря. Я очень зря, может быть, это уже делаю. Серьезно, мне кажется, я уже перегибаю палку. Мне кажется, вот это уже лишний раз и делаю. Нет. Так, добавлю черный список. Отлично. И все. I said two guys stop me. Yes, ух, я уже боюсь, чуваки, серьезно. Я каждый раз теряю почти что $3000. $2000. Просто забей. Нифига себе, бот читает даже ник. What the fuck is this? Трое в кичене, это... Что это за боты играют? Спасибо большое. Блять, три типа в кухне, это пиздец. Это реально забей, чуваки. Я первый такой вижу. Три челика в одном месте, рафлянский какой-то. Я чекну трейд обязательно, подожди секундочку. Опа. Мышку куда-то ловил. Да. Ничего, я свернусь. Оу, давай, давай. А он пока... У него реакции нет, что ли? И что это происходит? Не, это... А, все, нашел. Блядь, чувак. Ну, Эрик, если это ты, я знаю, что это наеб, и трейд недействительный. Ну, жарит, что делать. Откуда вы, подожди, это ж типа аккаунт Шока должен быть, да? Потому что это авик Шока. Nice try, бро. Nice try.
Я знаю все эти приколы, я ознакомлен со всем контентом на ютубе. Моим, ну, понимаешь, вот смотрит контент. Ну ты шаришь просто. Ну ты шаришь, конечно, Эрик. Я... Сверхразум просто. Недооцениваешь меня, недооцениваешь. Мусора так, повязали, ребят, мусора. Ну что ж, начинаем. Можешь приготовить? Ага, ебать, попався, ебать, дурачок, шиш. Попався, блядь, хашиш им торгуешь, да, сука? Хашиш, блядь, хашиш. Ты делаешь все, правильные вещи, братик. Так, я предложил обмен, сейчас я его подтверждаю с телефона. Захожу, получается, на его Steam Trade. Этого челика сейчас я блокирую. Да. После того, как я отправлю ему трейд. Привет. Я отправил трейд. Все, я отправил трейд. Так, ну что, все залетели? Трейд ушел. Я надеюсь, что у него нет автоэцепта, серьезно. Я очень боюсь этого. По идее, трейд уже ушел. Трейд должен был уйти уже. Фух, все, он не принял. Так, полетели. Так, сейчас, получается, Саша, Тигр задонатит, скажет чекнет трейд. Мне почему-то кажется, что это реально будет очень жесткая реакция, прям очень. Почему-то. Он заорет, да. И мне кажется, он заорет прям жестко. Либо будет спокойно, либо даже ничего не будет говорить. Короче, что-то из этого. То есть такой средней реакции от него я не ожидаю. Чек не трейд, понял. Люблю Диме, когда пишет чек не трейд. Чего, блядь? Чего, блядь? Что? Да, это фейк, это фейк. Что скинули? Чего, блядь? А, сука, наёбка, а блядь. Что скинули? Драгон лор, блядь, надо наёбка. А, подожди. Наёбка. Это шок. Не можем, это шок. Не может обвиняться, он может узнать... Да-да, причину. Это шок. Чекни ники быстрее, чекни ники. Извинённый ники. Да, шок. Типа он кидает людям, короче... Да-да-да, и отменяет. Тупо разоблачение. Да ебать, шок, ебать, шо, я сейчас... Тоже мой шок. Да, Драгонлор, ебать, шок. Твой Драгонлор, смотри, хуй там, отвечаю, не надо мне твой Драгонлор. У меня тоже есть Драгонлор, могу сказать. Ну хуйня, Драгонлор хуйня, согласны, ребят? Хуйня, шок, шок. Сейчас есть хуйня. Реакция? Спасибо, да, я такие реакция. Мелочные донаты не принимаю. Вот 7 рублей, за 7 рублей спасибо, с Драгонлор мне не надо. Все. Вам прямо зовут? Меня тоже прямо зовут. А он шок пишет в чате, смотри. В ролике. Кстати, у тебя в ролике. Ты в ролике. О, шок. Да, шок, да. Петушок. Запикается. Ты в ролике, все. Я тоже в ролике? Да, ты тоже в ролике. Ну это еще под вопросом. На этом заканчивается ролик. Если тебе понравился, поставь прямо сейчас лайк. Слева на экране посмотри первый выпуск этой типа рубрики, но больше не будет выпусков, скорее всего. Ну а справа ты сможешь подписаться на канал. С тобой был я, Шок, и удачи тебе. Спасибо, что ты меня смотришь. Новый ролик скоро.